Сегодня в Курганском государственном колледже, помимо поступивших абитуриентов, есть особые посетители – пострадавшие жители юго-востока Украины. На базе учебного заведения создан пункт временного размещения беженцев. В основном это люди семейные. На сегодняшний день здесь находится 61 человек. Для них созданы все условия для комфортного проживания. На сегодняшний день предоставлено в столовой колледже трехразовое питание, предоставлена комната для досуговой деятельности для детей и взрослых, предоставлена полностью возможность пользоваться интернетом. С людьми работают различные службы города и области, чтобы каждый адаптировался к новым условиям проживания как можно быстрее. Эти люди планируют в течение 3 недель трудоустроиться и остаться в Зауралье уже навсегда. В основном вынужденные переселенцы из Украины – это работники сферы здравоохранения. Профессия медработников в нашем регионе очень востребована, поэтому недостатка рабочих мест для беженцев быть не должно. Я по образованию медсестра общего профиля, то есть я могу работать как и с детками, как и со взрослыми, как на приеме у врача, как и в стационаре. В колледже находится пункт приема гуманитарной помощи. Здесь пострадавшие украинцы могут найти практически все, в чем нуждаются. А так как зима не за горами, как правило, это теплые вещи – сапоги, головные уборы, зимние куртки. Для первой необходимости нужны зимние вещи мужчинам. Это вот теплые, знаете, бывают такие спортивные костюмы дутые. Пожалуйста, брюки и куртки. Спасибо большое людям, всем за заботу, за, как говорится, то, что они о нас заботятся, о нас, как говорится, побеспокоились. Гуманитарную помощь для беженцев с юго-востока Украины может принести каждый желающий. Ее принимают прямо в колледже по адресу проспект Конституции, 75. Лариса Драгункина, Александр Меньшиков, Кирилл Филимонов, информационное агентство «Курган.ру».